В Тюмени завершилось первенство России по дзюдо среди молодежи до 23 лет. 17 наград различного достоинства, 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали сборная Северо-Кавказского федерального округа, что позволило ей в итоге занять первое общекомандное место. Свой весомый вклад в победу команды внес и воспитанник спортивной школы дзюдо Дагестана Шамиль Магомедов. Воспитанник тренера Магомедбека Алиева стал победителем и обладателем золотой медали весовой категории до 100 килограммов.